Крест первого на первом. Почему крест? Почему? По слухам, он предотвращает атаку на тебя, типа. Если ты в руке его держишь, тебя атакует он. А тебя не смущает, что это слухи? Подожди, Владос. А. У нас один фонарь на двоих. Да заходи. Ну вот. Господи, это фонарь. Что? Где? Ты где? Да вот, смотри, какой страшный подсвечник. Я прям думал, о, дверь открыта. Нету тут никого. Есть! Нету, да, нету, да? Не знаю, что это. Сколько? Два. Куда вставим блокнот? Я не вижу ничего, посвети мне. И куда я поставил? Ты ебанулся? Я в кровать поставил. Он тут уже следы есть. Три. Чувак, а как призрака зовут? Я поставил его на кровать. Блять, забирай его. Нету. Да в смысле нету? Я тыкаю вот на Е. Это не я. Пошли выйдем. Пойдем. Что это? Он не бегает. Это фонарь. Кстати, ультрафиолетом на двери свети. Может, следы увидишь. Окей. Там шаги. Where are you? Ар-ар-ар-ар. Я тут. Кто, кто? Да, тут. Да блядь, не ебану. Ты можешь показаться? Да, сейчас подойду. Дай нам знак. Да не тут, пойдем в ту комнату, где мы впервые ее нашли. Да, ну пошли. Залагал. Водос. Водос. Я валю. Я почувствовал отрыжку за спиной, холодок какой-то, а потом это и то, и сфотал, и не знаю, что нафотал. Надо почекать дверки на наличие следов. Окей, окей. Вот эти следы на стене. А, вот, первый признак, покажи себя. Не надо. Водос. А, что такое? Какие-то странные звуки слышал. Мне это бесит. Следы на стекле тоже. ДНП хуёвая, не работает. Какие ещё может быть? Чувак, он тут! Не, в смысле, все пять ЮМПшка. Все пять? Да. Только шкаф быстро. Закрывай нахуй. Отпечатки рук. Сейчас нам надо выйти и сходить за камерой. Минусовая температура. Опять пять. Водос, он пытался дверь открыть. Лает, блядь! Держи дверь. Держи дверь. Он тут, он поет. Я не могу, я не знаю. Мне хана. Братан. Беги. Беги. Какая жесть. Какая жесть. Тут твои ноги ходят. Это не мои ноги ходят, чувак. Это ноги. Она ходит. Я не знаю, что ты будешь делать. Она не прекращает охоту, ебанутая. Что это за фича такая? Капец, ты обосрашь, сидишь тут. Ой, это мой ботинок. Ну я сюда крутит. Кто дверь открывает? Иди нахуй. Ты о ней говоришь, и она сразу идет. Так я в чат ничего не говорю даже. Она плачет. Да ты ее пожалей еще. Да она сейчас меня нахуй зарежет. Угу, она с серпом. Пизду нахуй, я пошел. Ты че, вышел?
Я не вывезу эту хуйню. Пошли, короче, в душевую, зайдем по пути. Душевую? А где она? Ну, видишь, что здание деревянное справа? Вот это? Да, там душевая. Чувак, вот тут! Я обосрался. Самое забавное, знаешь, что ты ему не сможешь сейчас ничего сказать, потому что рация не работает. Почему? В смысле? Макс? 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 Мне кажется, она скоро начнет охоту, потому что у нас уже рассудок падает. Может, вернемся тогда? Да, по пути зайдем. Съедим. По таблетке. Что-то у меня какое-то напряжение начинает. В районе попы? Да, я согласен. Ребят, почему-то я чувствую... Дверь закрыта. Дверь закрыта, сука. Попробуй открыть, если не открывайся, шкеримся. Пизда! Бежим! Беги! Почему не закрывается? Открывай ворота. Пошли на выход. На выход? Думаю, да. Я иду за вами. Бежим! Да твою мать, да почему? Почему? Она идет. Она нас троллит. Она тут! На рассудок посмотри, его нет, он нахуй. Нихуя вода с мечи высирает. Призрак, иди нахуй. Призрак, ты ушел нахуй? Хуй, блять. Нам пизда. Выключи фонарь. Она идет. Ой, бля. Пиздана. Да. Ой, блядь. Бежим. Пизда. Я кого-то видел, кого-то проходящего. Последний нахуй. Я не один увидел какую-то лысую мразь. Я под собой лысину увидел какую-то. Возможно, это был, конечно, Макс. Наверное, я и часу сыной. Ну да. Кто-нибудь, начинайте базарить по рации. Дай нам знак. Кем я говорю? Давай побухаем. Дай нам знак. Покажись нам, дай нам знак. Пизда! Бежим нахер. А где МП? Хоть одно. Я не знаю, нету. Оно, походу, там, у Витали. Ну, иди смотри. Иди туда смотри, как же. Братан, тыкай мимика. Я туда не пойду больше. Там вообще трэш. Он там с этими играет, с вентиляторами. Или это Виталий, я не знаю. Тут что-то хрустнуло. По-любому воду хрумкает там, блядь. Да ничего я не хрумкаю, идите в жопу, мне страшно. Я вообще только с камерой, у меня фонарика нету. С этим фонариком бомжанским все равно никто не видит. Чувак. Она поет. Она поет. Чё такие призраки сложные?
Блять, мы тупые, потому что мы не можем дойти до нужного места. Мы не тупые, призраки сложные и страшные. А ты чёрт. Она нас, как бы, ты в курсе, то что лишит вообще звания мужчины скоро? Да уже, блин. Ну, в палаточке где-нибудь. А у кого-нибудь слота нету? Или... Следы, 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 ребята, следы, следы. На столе следы. Так, отпечатки рук, да? Говорю. Ой, блядь, сзади, сзади, сзади. Тихо, 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 ползет хуйня, смотри какая, блядь. Блядь, не сфоткала. Ребятушки, я вас не бросил, я просто был близко к машине. Твою мать. Мы все вместе умрем. Но я постою возле входа. Один я умру, у меня нет. Она тут. Она тут. Она тут. Она тут. Она тут. Я ее зафотаю. Да, и нам знак. Дверь закрыта. Дверь закрылась. Вадя. Вадя, прощайте. Было приятно с вами. Есть работа?